Лукашенко. Вот что-то тут транспортно-логистическая компания. Детский садик. Это улица Парковая. Это вот баня, которую мы часто также работают. И поедем Пролетарскую, вот проехали. И поедем по Парковой. Так как ее когда-то асфальтировали, более-менее дорога, мы едем на озеро Малая Чебача. Едем дальше. Толкунова. Сейчас мы проехали. Да, но здесь уже нету асфальта. Был он, да? Это уже так разбили уже. А, так разбили. Проводить. Я думаю, неужели кусочек только заасфальтировали и все. Вот Степная мы пересекаем. Выезжаем около мечети. Ого, яма прям осторожно. Так вот ночью можно провалиться, там как люк канализационный, и вокруг уже дырка. Это Карабах. Вот мечеть.
речка. Без изменений, да? Все так же. А вот здесь, помнишь, строили? Вот построили, наверное, да? Помнишь, мы проезжали и что-то хотели там нарыли? Там, по-моему, это заправочная, да? Заправка. И выезжаем на основную трассу. Деревья здесь уже, да, высокие, большие. Да, вот поставили, построили заправку. Бензин 205-92. Новая заправка. Когда ее только начинали строить.